Здорово всем. Тащим тачку, видите, там через зеркало не видно его нифига. Короче, на подкате тащим тачку на Мишином. Миша, здорово. Вот. Ехать надо в Щелково, надо ставить на учет эту машину. Едем, короче, 40, не больше. Больше я ехать не хочу, потому что реально очково. Вот. И все, кто сзади нас едут и сегодня нас проклинали, простите, пожалуйста. Ну, блин, вот так вот получилось, короче. Ничего с этим не поделаешь, ни хрена. Придется вам потерпеть. Короче, едем, там посмотрим. Вон она, вон. Торчит. У меня вон сзади, короче. Зафиксировали колеса. Закрутили там, прикрутили, все примотали, короче, этот, как его, прицепное, чтобы оно никуда ничего не делось. Я вам сейчас попытаюсь... Другую камеру вам попытаюсь показать. Вон, видите, вон, какая у нас там очередина. Ребята, простите, пожалуйста, ну так вот, вот так вот. Короче, валим, прямая вроде бы, можно ехать нормально. Субарю тяжеловато. Еще раз убедился в том, что преимущество, так сказать, реле умного. Ты включил аварийку? Да, она у тебя мигает, да? Тебе надо повернуть налево. Ты не заморачиваешься, не выключаешь ее, а просто нажимаешь повернуть налево. Оно у тебя поворачивает налево. Ты руля выкрутил, хоп, назад, хоп, опять аварийка работает. Включил направо, направо. Руля выкрутил, назад вернулся, опять аварийка работает. Никакого геморроя вообще, то есть шикарно. Ну вот, короче, прикольная фигня, то есть повернул налево. Руль возвращаешь назад, опять аварийка работает. Ничего не надо никуда там нажимать, клацает, короче, туда-сюда стучать. Удовольствие все выглядит вот так вот. То есть я в Жигульме. Не люблю Жигули. Ну их нафиг. Вот подкат туда-сюда. Вроде нормально доехали. Вроде ничего здесь не раскрепилось. А это, короче, прослабло почему-то. Непонятно почему. Странно, колеса на месте стоят, все ништяк. Эти ничего никуда не послетало вроде бы. Ну и отлично. И хорошо. Здесь тоже, да. Конечно, колеса крутанули чуть-чуть немножко налево. Но посмотрим. Как разворачиваться еще там будем, непонятно. Тоже интересно. Да, и в нашем Щелковском ГАИ есть такая замечательная достопримечательность. Вот такая вот машинка на постаменте. Блин, очень круто смотрится. Прям такая прям. Интересно, какой у нее там номер заводской? Какого она там? Десятка порядка. Ну так, знаете, так вроде ничего. Даже, но нет, печальная. Не сделали. Ну, внешне с 5 метров смотрится просто бомба, короче. Прям офигенно. Ну, я думаю, да, все угадали модельку, да? Короче, красивая. Капец расход, ё-моё, блин. 20! 40 км в час еду, расход 20-ка, ё-моё. И, ну, вот, там, типа, там, в горку, там, не в горку, короче. Если в горку, вообще, там 38 расход. Ну, идем уверенно так вот, полтинничек спокойненько тянем. Жигули назад, домой, так сказать. Все, на учет поставили, все, ништяк. Короче, что-то едем, прям, вот, авария за аварией. Один, второй. Так, это не этот ли я Субарь делал, ё-моё? Ё-моё, что-то прям, вообще, прям, вот. Бах, бух, дыш. Бух, дыш, мыш. Нет, нет, не этот я Субарь делал. И там у нас, короче, бешеный, блин, крендель, короче, блин, восточный, точнее, южный. На маршрутке, ё-моё, пытается меня уже третий раз обогнать, два раза обогнал, и сейчас еще раз вот такой смотрит меня, типа, так удивленный, нифига себе, что это ты тут едешь, типа, с прицепом, подкатом. Короче, больной какой-то, я. Ребята, если видите, что тачка тянет прицеп подкат, поверьте, ему так хреново, ему так неудобно, ему так тяжело, ё-моё, что лучше сторонитесь его стороны. Вот сейчас вот этот вот крендель будет ехать на своей маршрутке. Во. Блин, вас вообще не должно быть в городе, вы вообще должны быть мертвы, вас должно быть уничтоженное, блин, потому что вы враги вообще, блин, транспортной системы, эти маршрутки, ё-моё, конченые. Короче, жесть, прям еду прям весь на иголках что-то, ну прям одна авария, вторая авария, третья авария, блин, что-то прям авария на аварии, ё-моё. Ну, у нас вроде бы тю-тю-тю, по голове я себе постучал, все нормально, вроде, должно все быть гладенько. Едем домой, короче. Ну чё, доехали домой, час пути, средний расход 13,
еще осталось на 70 километров, короче. Было больше четверти бака. Ну, то есть было вот только вот примерно бензинчика. А сейчас у меня еще... Короче, полбака я всандолил сегодня. Примерно. На вот эту поездку. Короче, вон. Вот тачка стоит. И вот моя. И капец, да. Поездочка я моя. Как она толкает-то в жопу капитально. Прям аж это, аж страшненько. Ну ничего, ездить можно, в принципе, нормально.